Здравствуйте, с вами снова Александр. Я сегодня вам расскажу о детском кресле от компании Heiner Multi Relax Aerofix. Оно называется. Это кресло в названии имеет мульти приставочку, потому что оно сочетает в себе три группы. Оно 1, 2, 3 категории является, то есть с 9 кг до 36, с 9 месяцев до 12 лет. То бишь купили с 9 месяцев и забыли. Все, оно вам на все время хватит. Вот. Сегодня я вам о нем расскажу, что оно из себя представляет, как его крепить, как им пользоваться, какие у него материалы. Ну и, собственно, мое мнение в конце, как обычно. Вот. Для перевозки маленького ребенка, 9-месячного, в комплекте есть вот такой мягкий вкладыш. Сейчас я вам вытащу его, покажу. Вот этот мягкий вкладыш, он достаточно действительно мягкий, он делает маленькому ребеночку посадочку покомфортнее. Сбоку здесь тоже такие мягкие пухлые вкладыши, вот они, вот как они сгибаются. Вот, и сбоку дополнительно подзащищают ребеночка. Вот, ребеночек, когда вы ездите и понимаете, что уже вырос и ему уже она мешает, вы ее просто демонтируете и ездите дальше. Вот. Сам ребенок в этом кресле пока маленький, в 9 месяцев и до 100 сантиметров роста, это где-то 3-4 годика, крепится он пятиточными ремнями. Здесь ремни стандартные, пятиточные, с металлическими защелками, ни с какими-то непонятными пластмассками. Все мощно, качественно и надежно сделано, поэтому без вопросов. Также на мягких накладках плечевых есть с обратной стороны антискользящий слой при ДТП, чтобы ребенок был лучше зафиксирован и не проскользнул, и не травмировался лишний раз об сам ремень. Это тоже важный момент. Классно, что в этой модели это есть, действительно не во многих это креслах есть. Вот. Дальше, что касается, давайте сразу о комфорте ребенка поговорим. Отсюда вам виднее. Здесь спереди есть регулировочка, такая бесступенчатая. Мы ее крутим. Вот. Сейчас мы сидим. Обратно выкручиваем. И образуется, соответственно, наклон для ребенка. Угол здесь, конечно, не такой, что прям ребенок спит себе там, как в кроватке. Нет, это в автомобилях и небезопасно, поэтому таких больших наклонов особо никто не делает. Но достаточно, чтобы комфортно ребенку здесь сиделось. Вот. Так, давайте сразу про подголовник. Регулируется он здесь действительно очень классным, продуманным способом. Сверху здесь есть прорезь. Просовываем туда палец и регулируем по росту ребенка подголовник вместе с пятиточными ремнями. Это вот пока еще с ремнями пятиточными будет ездить. Очень удобно, потому что не надо там выкручивать что-то, переставлять отдельно от подголовника. Очень удобно. Так, давайте теперь о тканях немножечко поговорим. Во всех обзорах на Heiner, может, если уже смотрели, видели, что я говорю обычно, что ткани мне нравятся. В Heiner действительно ткани хорошие. Очень хочу заметить, что вот со стороны, где тактильно ребенок касается кресла, открытой поверхностью кожи, здесь очень приятная бархатистая ткань, действительно очень приятная. Если не было опыта, в магазине будете, когда кресло выбирать, обязательно обратите на это внимание. Короче говоря, с тканями здесь все отлично, и летом, в принципе, они нормально себя показывают. Конечно, не самая дышащая ткань, но вполне себе на уровне. Так, теперь давайте посмотрим быстренько, как оно крепится, это кресло. Кресло оборудовано системой Isofix, плюс здесь есть система якорного ремня. Давайте поподробнее на этом месте остановимся. Вот якорный ремень, это верхняя точка крепления кресла. Это нужно для того, чтобы при ДТП верхняя часть кресла была жестко зафиксирована, чтобы оно не клюнуло вперед. Ну и, соответственно, сам Isofix, это нижнее крепление. Крепим здесь, крепим верхнюю часть якорным ремнем в автомобиле. В автомобиле вообще сам якорный ремень, если есть Isofix, как закон, обычно есть и якорное крепление. Есть, конечно, уникальные автомобили, но я таких почти не встречал. Якорный ремень крепления находится в седанах за подголовником, в других типах кузова, где-то на спинке заднего сиденья тоже будет скобка металлическая. Закрепили, натянули так, чтобы кресло прижалось хорошенько. И вот тогда мы все сделали правильно. Так, давайте посмотрим, как это делается на Isofix. Якорный ремень я крепить не буду, потому что вам все равно не видно, где оно там крепится. Но здесь на самом деле много ума не надо, все очень просто. Якорный ремень натянули, Isofix
задвинули, едем. Никаких заморочек. Также, если вдруг так случилось, что в вашем автомобиле нет изофикс, или у вас две машины, в одном есть автомобиль, в другом нет, это тоже не беда. Здесь есть возможность прикрепить это кресло обычным ремнем. Делается это не очень быстро, не очень удобно, но когда варианта нет, это тоже вариант, как говорится. Сейчас я вам покажу, как это делается. Так, просунули здесь в спинке отверстие. С другой стороны такое же отверстие мы отсюда высунули. После чего все эти ремешки натягиваем. Вот видите, кресло, оно жестко так не фиксируется, из-за этого чуть-чуть люфтит. Но ничего страшного. Без рыбы рак, тоже рыба. Крепление, в принципе, достаточно безопасное. При ДТП ремень, он же блокируется моментально, и, соответственно, все кресло тоже блокируется. И в ДТП оно отработает тоже хорошо. Вот, протянули, защелкнули. Обязательно в конце хорошенько натянули, чтобы все ремни были в таком натянутом состоянии. И все, оно стоит, в принципе, прочно. Но перед каждой поездкой нужно это делать заново, потому что он расслабляется потихонечку. Так, это что касается крепления. Здесь все элементарно и просто. Так, теперь мое мнение в конце вам немножечко расскажу. К Хейнеру отношусь уважительно, молодцы. На хвост упали, как говорится, самым именитым брендом немецким, европейским. И хорошо там себя чувствуют. Практически можно сказать, что очень серьезную конкуренцию они составляют самым лучшим, скажем так, брендом. Вы понимаете, о каких брендах я говорю. Действительно очень качественные кресла по тканям, даже некоторые модели европейские превосходят, на мой взгляд. Мне лично больше нравятся. По посадке очень удобные. В этой модели мне что нравится, здесь такой монолитный, цельный, жесткий каркас, а не отдельные какие-то там из нескольких частей. Это похуже немножечко. В этом плане все здорово, жестко сделано. Вот, естественно, кресло сертифицировано, тут все без вопросов, безопасное, поэтому, как вариант, очень рекомендую на него обратить внимание. Интересное кресло. Из минусов, вот чуть бы побольше наклон, и было бы идеально. Оно стоит относительно, естественно, относительно недорого, но дает очень много преимуществ. Широкое, просторное, удобное кресло в дальней дороге будет удобно. Вот, в принципе, что хотел рассказать, я вам рассказал. Как говорится, дальше выбор за вами, но обратить внимание рекомендую. Неплохой вариант. И если это видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Это помогает мне делать для вас больше качественных обзоров. И большое спасибо Миру Автокресел за предоставленное кресло Хейнер на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах. До свидания.